История этого поселка начинается с далекого 1964 года. Населенный пункт тогда этот назывался Мушкино. Его развитие связано в первую очередь с открытием в этих местах правдинского месторождения нефтяного. Сегодня этот поселок городского типа считается одним из самых благоустроенных в России. Друзья, настало время прогуляться по поселку Пойковский, что находится практически в самом сердце Югры. Но обо всем по порядку. Свое имя поселок получил от названия речки Пойк. В переводе с хантыйского это «осиновая река». Она, в свою очередь, впадает в Большую Юганскую протоку. Тут вообще много разных проток. Так вот, болотистую равнину, зажатую меж этих речушек, в конце 60-х начали обживать первые бригады правдинской конторы бурения. Постепенно палаточный городок стал превращаться в деревянный. Мы поделимся теплом, места хватит за столом. Приезжайте в Пойково. Такие вот двухэтажки, пожалуй, облик Пойковского старого. Но домов подобных становится с каждым днем все меньше. Людей переселяют, а окна заколачивают. Годы им Пойковский, что называется, мясом обрастал. Появляются объекты соцкультбыта, развивается инфраструктура. Постепенно поселок становится одним из центров притяжения приезжающих в округ с большой земли специалистов. А вот какое интересное место встретилось. Парк Югра. И, кстати, говорят, что это одно из самых главных мест, куда можно сходить с ребенком, погулять на досуге. Сейчас посмотрим, что там есть. В этом чудном парке повстречал Ирину Бородину. Женщина-руководитель, первый заместитель главы Пойковского. Во какая удача! Ирина как раз гуляла по парку Югра и, видимо, размышляла о том, как сделать его еще более красивым и удобным для детворы. Каждая площадка тематическая. Морское путешествие. Вот эта площадка «Малышок», «Дорожный патруль». То есть каждая площадка имеет свое направление. Поэтому как бы уже когда ребятишки приходят сюда, именно в детский парк, они уже понимают, что вот это малыши играют, это чуть старше уже ребята. Здесь у нас проходит мероприятие в части обучения правил безопасности дорожного движения. То есть как бы каждая площадка имеет свою тематику, свое направление. По соседству другой парк. Он для молодежи и молодоженов. Последние сюда приходят фотографии свадебных нащелкать, ленточки повязать да замочки брачные пристегнуть. На открытие свадебной зоны мы приглашали юбиляров. Угу. Те семьи, которые прожили 15 лет, 25 лет и 50. Здесь были родственники, внуки. То есть это было такое мероприятие, которое как раз направлено на сохранение семейственности. Именно вот у нас была семья, где мама с папой 50 лет прожили, а их дети уже 30 лет. И их дети уже 5 лет. То есть здесь настолько была вот эта вот семейственность, настолько было интересно. Здесь было море народу, внуков, детей, правнуков. То есть, конечно, это масштабное было мероприятие, было очень красиво, и с погодой нам повезло. И те фотографии, которые были у жениха с невестой, это были незабываемые минуты их счастья, конечно. Вот здесь официально парк, парк, наверное, в этот день трещал по швам, да? У Ирины срочные дела, дальше гуляю один. Парк молодежный, немалых размеров. С каждым днем холодает. Вот, обратите внимание, зона для чтения здесь есть. Видимо, в Пойково в неположенных местах читать нельзя. Музыка.
неоднократно слышал, что для развития детей Пойковский – идеальное место. Начинаю в этом убеждаться. А еще в этом замечательном парке можно покататься на катамаранах. Спасибо. Только для начала нужно экипироваться жилетом. Безопасность превыше всего. Эх, красоты-то какие здесь. Кстати, Пойково славится своими водными видами спорта. Здесь и яхт-клуб есть свой. Летом занимаются с ребятишками. Сейчас, конечно, уже пора не та, осень как-никак. Поэтому катаемся в гордом одиночестве. Эх, было бы времени больше, провел бы его вот в этом катамаране. Но посмотреть еще многое надо успеть. Вот вижу еще одно интересное местечко. Какой-то скалодром. Пойду посмотрю, что там. Где еще можно почувствовать себя непоседливым мальчишкой? Конечно, на такой вот площадке. Тынь, 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 тук. Все. Это препятствие я прошел. Статус поселка городского типа Пойковский получил в 1996 году. С тех пор он становится еще одной из спортивных мек Югры. Ежегодно проходит международный турнир по борьбе, а в июне этого года завершился престижный шахматный турнир имени Анатолия Карпова. С культурой, к слову, тут тоже полный порядок. О! Культурно-досуговый под названием «Родники». Центр «Родники» не просто культурно-досуговый. Здесь юные пайковчане с молодых ногтей учатся дружбе, межнациональной. В Пойково сегодня проживают представители многих народов нашей необъятной страны. Вот так с помощью совместного вязания кукол и завязывается дружба между ребятами. Сам попробую смастерить куколку. Вот, друзья, посмотрите, какая куколка получилась. Красивая. Ну, конечно же, это не моих рук дело. У меня просто не хватило времени и духу до конца доделать. Эту куклу, это местная. Вот такая вот кукла-берегиня. Как оберег. А еще в этом центре есть различные мастерские. Облаз, друг ты мой, ты всегда везде со мной. Ждет нас материка, вот теперь моя рука. Вот Югра великая, в океан течет. Хозяева этой мастерской – братья Калинушкины, Александр да Виктор. Последний, к слову, еще и директор центра «Родники». Оба приехали в Пойковский из Башкирии. Увлекаются изготовлением музыкальных инструментов, рисуют картины, пишут песни и стихи. На все руки мастера, в общем. Цены таким людям нет. У вас творческий род, да? Ну, наверное, я так понимаю. Да. Брат старший, заслуженный скульптор России Николай, ушел в мир иной, и папа наш. Ну, а как говорит природа, не терпит пустоты, поэтому нам пришлось, вот даже не пришлось, а просто... Мы сами по себе как бы вышли вот на эту стезию уже, тоже занимаемся резьбой по дереву. Было бревно, мешался, посмотрел, Думаю, что-то похоже на какую-то посуду. А у вас сразу, наверное, образ появляется? Потому что не из каждого пенька можно сделать. Вот то, что не нужно, как раз вот получается из него. А вот когда надо,
не найдешь хорошего материала. В мастерской по соседству ткут ковры. Да, друзья, вы не ослышались. В наших краях, оказывается, живут мастера этого древневосточного ремесла. Шакирханум Почаева – одна из таких ткачих. Приехала из Дагестана вместе со станком ковроткацким. Теперь показывает байковчанам на мастер-классах, как создаются знаменитые табасаранские ковры. Скажите, а вот сколько на этот ковер у вас должно, по идее, время сколько? Его, знаете, даже ковром невозможно назвать, это просто кусочек такой получается. Ну, фрагмент. Фрагмент. Это будет вот такое изображение, да, на нем? Это будет зимний хантейский такой. Стойбище, да, такое зимнее стойбище. Вот такой он будет. Красиво. Ковры-то сами у нас тут, они большие, вот этот станок просто вот получается для мастер-классов. Чтобы большой ковер сделать, допустим, надо станок 2х4. В общем, посмотреть в родниках есть на что, но главное богатство этого центра, конечно, удивительные люди. Но мне пора идти. Славится Пойковский своими павлинами. Здесь их целых два. Пойковский действительно очень ухоженный и уютный для жизни поселок. Я уже говорил в начале программы, что он неоднократно завоевывал это звание даже на всероссийском уровне. Что ж, вполне заслуженно. Я обязательно вернусь сюда еще раз. А может и не раз. Друзья, очень увлекательная, а главное познавательная выдалась прогулка по этому замечательному поселку. Тут внезапно вечер подкрался, темнеть стало. Ну, а что я хотел, осень ведь на дворе. А это значит, что мне пора возвращаться домой отдыхать. Но я с вами не прощаюсь. До новых встреч на телеканале «Югра».